Всем привет! Вы на канале Лиза The First. И сегодня, наконец, мы делаем Снегурочку из мастерской Барни. А вот там на заднем фоне ждет нас Дед Мороз. Его мы сделаем в следующем видео. Ну что, давайте приступать. Открываем вот такой большой чемодан, который содержит целых 8 шоколадных медвежат. Снегурочка — наша 8-я фигурка из коллекции мастерской Барни этого года. 9-я фигурка будет Дед Мороз. Все видео этой коллекции вы можете посмотреть на нашем канале в плейлисте «Мастерская Барни». И, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы узнавать о наших новых видео. Вылезайте, медвежатки. Большая коробка открывается чуть-чуть сложнее, чем маленькая. О, там очень много медвежат. Дождь из медвежат. Как бы мне не хотелось вас съесть, но не сейчас. Вот такая елочка новогодняя из медвежат у нас вышла. Вот лицо и косички нашей Снегурочки. Это кокошник, это рукава с рукавичками и платье, основной наряд. Сейчас мы вырежем нашу девицу-красавицу и начнем сгибать пунктирные линии, вырезать сплошные линии, и место приклейки обозначено серыми точками. Я вырезала детали, вот так примерно будет выглядеть наша Снегурочка, и так мы ее будем собирать. Перед началом работы рекомендую посмотреть сначала все видео целиком и определиться, как все будет происходить, потом уже приступать. Посмотрите маленький секретик, как вырезать вот этот внутренний квадрат. Мы сгибаем кокошник наш пополам. Можно просто вырезать вот по этим линиям. Получится аккуратно и ровно. Любая девчонка любит переодеваться, и Снегурочка в том числе. У меня для вас сюрприз, поэтому смотрите видео до конца. Прежде чем собирать Снегурочку, давайте сделаем вот такую заготовку. Возьмите чистый лист бумаги и обведите платье и рукава, а также корону вот этой вот Снегурочки. Перед тем, как склеивать эту Снегурочку, сделайте копию всех ее деталей на альбомный лист и пока отложите в сторону.
Я хочу слегка разукрасить наряд нашей красавицы голубым карандашом, чтобы не закрашивать вот эти вот легкие узоры на платье. Они очень красивые. А потом я посыплю все это голубыми блестками. Платье под накидкой нашей красавицы будет розовое, как у принцессы Авроры. А шубка у нас получилась, как будто бы она вся состоит из снега.
фигурочку мы сделали и украсили, а теперь давайте вернемся вот к этим деталям. Из этих деталей мы сможем сделать любую девочку, которую захотим. Я захотела сделать Белоснежку. Давайте посмотрим, как наша Снегурочка превратится в Белоснежку. И она может превратиться в любую из принцесс Диснея. Девчонки, какую из принцесс Диснея вы любите больше всего? Напишите в комментариях. Thank you.
Вот такие девчонки у нас получились. Белоснежка, прямо скажем, получилась не очень. Но я надеюсь, что вы поняли мою мысль, что из этих деталей можно себе накроить еще несколько куколок и украсить их как хочешь. Можно сделать несколько снегурочек, например, в разных шляпках и в разных нарядах. Можно собрать целую коллекцию снегурочек или вот подобных кукол. Вверху экрана сейчас появится опрос. Кто вам нравится больше, Белоснежка или Снегурочка? Нажмите, пожалуйста, на соответствующую кнопку. Если вам нравится Белоснежка, нажмите Белоснежка. Если Снегурочка, то Снегурочка. Вот такой вот шуточный опрос. А через неделю в комментариях я напишу ответ, кто же из девчонок победил. А я с вами прощаюсь. Вы были на канале Лиза The First. Подписывайтесь, зовите друзей на канал. Будем творить дальше. И следующий у нас Дед Мороз. Не пропустите. Всем пока!